Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с мамой будем распаковывать заказ домашнего текстиля с интернет-магазина Intetex. Этот интернет-магазин торгует различным текстилем оптом и в розницу. Мы с мамой сделали заказ. Там, в общем, всякие домашние текстили и кое-что есть для мамы. Как всегда. Вот такой огромный мешок, как обычно. Маленький, да? Нам пришел бандеролька, да. Сейчас будем открывать. Красота. Красота. Так, это тебе, наверное. Открывай. Это хорошо. Это мама себе взяла банный набор. Да. Кстати, девочки, на большие размеры, потому что обычно, вот я как-то маме тоже хотела купить такую штуку. У меня есть такая штучка. Да. Вот. Они обычно вот в районе груди узкие. Нет, они вот здесь распахиваются. Да? Да, вот там, ниже пупка. А здесь прям ух на двоих. Ну давай, примерь на себя, на одежду. Не, ну ты можешь раздеться, если хочешь. Да, конечно. Мечтаю. Вон, видите, девочки, какие? Это вот... У кого пышная... Пышные формы, верхние. Аппетитные. Вы видите, как еще? О, еще Наташка влезет, заходи. Да. Вот так вот. То есть это вот так вот обмылся и побежал. А шапочку? Еще перчаточка. Еще и перчаточка. Но это банный набор в баню. Осталось баню построить, да? Нет, а у нас есть уже. Надо что-то на маленькое. Наоборот. В смысле? Бантик-то спереди. А, бантик спереди? Что, ну, какой-то. Какой-то петушок. Не, я думаю, красится хорошо. У нас же есть такая. Ну, красится я не одеваю тебе шапочку. Да, не одеваю? Да, на краску не надо шапочку. А пакетик? Нет. Да, уже такой. Вот да. Такая мама. Красота. Не, ну, мама любит такой цвет, да? Да, я люблю зелененькое, бирюзовое, к моим глазкам. И кармашек даже есть. О, карман, да. И видите, хорошо. Да, да. Хорошо. Вот у кого большой объем так, сверху, так. Вот очень советую, так, потому что ну, обычно сейчас... такие не найти. Они обычно... Да, да, вот на большие, вот да, на такие. Красотка, в общем, мама у нас теперь будет. Нет, хорошо, удобно. А по качеству это... Да, такой, ну, мягенько, не сказала, мягенько. Набор для сауны, вот так называется. Да. Ну, в 2019 году выпустили, так что свежак. Свежак? Свежак. Да, вот такой, добрый ут. Ну, помялся, конечно, ничего страшного. Ну, это мелочи. Дальше. Так, это мне. Это тоже мне пакетик. Дальше. Что-то черненькое. Это симпатичное. Это пледы. Тут как вот такие черненькие. Да, вот такой вот черненький флисовый. Ой, слушай, он плотный какой. Флисовый плед. Это я на первый этаж нам заказала. Вот. Видите, какой. Да. Там можно эти пледы на сайте выбрать по плотности. То есть хотите потоньше, хотите поплотнее. Вот я взяла поплотнее, которые. Очень хорошо. Смотри, а вот это напоминает, как у меня безрукавка, вот это верблюжья. Да, как, ну, это флис же, да. Не, ну, флис-то разный бывает. Поздно. Это у меня черный цвет, но я... И не тянется. Да. Вот такая вот. Да. Так. Ну, это я на первый этаж нам как раз... Для кошаков. Ну, типа для кошаков, да. Типа того, а там еще второй должен быть такой, на диван. А, да, вот он. Вот. Второй точно такой же, но у нас там диваны на первом этаже как раз. И мальчишки у нас, в общем, накрываются иногда, когда с утра рано встают. Да, вот не спит молодежь, а? Ну, молодежь не спит у нас. Вот как раз такие флисовые пледики. Там есть разные расцветки, но я светлые не стала брать, потому что там у нас все-таки рядом кухня, это все-таки для мальчишек, поэтому да. И видно сразу грязь. Да.
Так, а это я так поняла. Дальше это вот такие подушечки я заказала. Маленькие подушечки. У нас есть такие декоративные чехлы, а подушек нет. У меня мама все хотела этот набивку купить, да? Да, но я поехала. Это, ты знаешь, неудобно. Это вот такой тюк надо. Мне когда предъявили мешок, вот так, вот таким мешок, ну я сказала нет. Вот, поэтому я заказала вот такие подушечки, как раз чехлы на них одеть и как декоративные подушечки. По размеру подушечки. Чехлов. И они, кстати, да, очень недорогие, поэтому я советую. Да. Вот такие 4 штуки я заказала. 2, 3, 4. Вот они 4. Они просто внутри этот набивка полиэстер. Ну, обычно как декоративные подушки идут. Ой, а это я заказала покрывало. Покрывало нам сюда с мужем. Как это самое? Обновите, да? Да, вот пора. Да. Мама сказала, пора. Раз да. Мама сказала, значит, пора. Да, мама? Да, ну а чего? Это же уже все. Вон, видишь, и эти самые зацепки видно уже. И тут и пролито, и, и описано, и все тут. Да. Ну, да. Тут такое, когда ребенок тут рос, так, конечно же, все это. А потом еще размер. Видишь, еще не всегда размеры бывают. Да, у нас кровать большая, поэтому. Да, нестандартная, поэтому. Ну такая вот. Ну, почти такая же, как эта. Только. Меня, кстати, спрашивали, где заказать подобный, как у меня вот этот покрывало. Вот, пожалуйста. Правда, без рисунка. Но вы знаете, рисунок немножко приедается, я вам честно скажу. А еще вот этот рисунок, он из ниток сделан, и остаются зацепки на нем. Да. У нас тут кот спит, поэтому да. Я сразу сказала, что не без рисунка, просто обычный вот такой вот. Просто обыкновенный и. Да, он, видите, такой как простеганный. С одной стороны он посветлее, а с другой стороны он более такой молочный. Ну, я потом застелю кровать, перестелю, покажу вам. А он горячий вот таким вот штучками. Так вот. Да? Раз, да, вот видишь, он горячий. Слушай, ну это даже хорошо. Кот хоть зацепки не оставит меня. Нет, если очень захочет, то он как-то. Ну, если захочет, да. Мы сделаем так, чтобы он не захотел. Тогда надо ногти ему обрезать. Ой, а это я купила нам маме, так как мы с ней рукодельницы. Я тоже, да. Ну, я картину по номерам, а мама вышивает. У нее она все время под спину себе что-то подкладывает. И я тоже подушечку подкладываю. Да, вот мы такие валики. Мама как увидела на сайте, мама говорит, ой, Наташа, закажи мне, потому что. Посмотри, что написано. Чего написано? Для нас. Сон для важных персон. Да. Ну, мы же с мамой, мы с тобой не просто там. Самый главный. Да. Вот, девочки, тут на молнии. Я так понимаю, что можно вот этот чехольчик снять. Там вот такая вот штучка. Угу. Не шарики, а такая вот. То есть его можно стирать, но все равно на чехольчик лучше. Это удобно. Вот. Ой, закрыть. Ладно. Вот. Вот сюда. На кресло. Раз так. И откинулся. Да, чтобы спина не болела. Мама, да. Она же как засядет вышивать, так и все. Да, вышиваешь-то там на час. Ты нельзя вот сейчас вот. Что там на час? Угу. Можно тебе потемнее вопрос? Можно. Вот такая вот штучка, валик, просто называется валик. А, вот. Это другая расцветка, да? Да, потемнее. Подушка декоративная. Да. Вот такая. И, а та какого цвета? А там беленькая. А там вот такая, да, полосочка. Тебе как раз под светлую комнату, а мне как я раз. Вот так. А я себе такую. Ну, конечно. Очень удобно. А кстати, даже можно и спать. И подлежать надо. Вообще великолепно. Пакетики. Мама все вот эти пакетики забирает. Да. Тоже важная вещь. Нет, а важная вот. А это мы сказали комплект постельного белья. Вот такой красоты. Вот такой красоты. Это постельное белье у нас идет. Сейчас у нас племяшка с нами живет. Вот. Ну как, тусуется у нас летом. И. В общем, в комнату у нас такая гостевая, там либо племянник, либо свёкор мой. Да,
обеду. Мы туда заказали постельное белье. Пойдем туда в комнату покажем. Покажем. Вот мы тут положили на племяшкина. Ну тут у меня либо свекра, либо племянник спят. Вот. Качество очень классное. Здесь вот это простынь вот такая, да? Рисунок тот же, только тон. Да, разные. Здесь такой голубенький. И наволочки вот эти вот тоже. Ну-ка. Тоже вот такие же. Ну, то есть, получается, вот как по картиночке. Ну да, ровно как на картинке. То есть, вот в этом тоже хорошо. Очень мне нравится, очень симпатично. Да, да, мам? Да, очень. И она большая, видите как? Вот этот диван, да? Он еще. Он еще сколько? Запас какой. Девочки, да. Это считай. Вот сюда вниз. Видите, еще какой туда. Ну, оно очень красивое, мне нравится. И оно прям такое, знаете, плотное и такое, как шуршащее такое. Очень. Мне кажется, шелковистенькое. Да. Не знаю, мне нравится. Очень плотная ткань. Очень классно. Вот, видите, не просвечивает. Да, видите, не просвечивает даже. Так что, племяш, у меня тоже как король будет тут спать. Да, а то старый-то просто не то. Да, то у вас уже старенькие такие все. Старые просто нет, они в середину сворачиваются. Да. Поэтому так вот. Красота. Ну да, оно очень симпатично, очень красивенько смотрится. Угу. Вот отсюда посмотри с этого ракурса. С этого ракурса? Да. Ну, давай с этого ракурса. Очень хорошо. Очень, да. Симпатичная комплектика. Угу. Ты видишь, он высоковат, как в гунте все. Да, это мама все туда в кошки закладывает. Потому да. Что вот она у нас волосатая чудовище. Вот. Ну, устает, конечно же. Да, мама как раз вышивка. Да. Вот так вот. Раз. И хорошо. Все. Все. И она еще пружинит. Хорошо, удобно. Хорошо. Как раз по размеру. Талии. Да-да. Так, или пониже. В любом случае это... Классно. Ну, да. Хотела... да, вообще это как и декоративные подушки можно использовать, но мы специально вот для этих целей с мамой. Сна, может быть, кто бигуди накрутил, так под шею положил. Вот, по идее это как они там? Как у японцев, они же вот так. А что ты смеешься? Раньше железные бигуди были. Представляешь, каково спать было? Красоту навел ночью. Представляешь, на железных-то спать. В общем, хорошо вещь. Да, так что вот такие вот у нас покупочки домашнего текстиля. Вот так вот у меня теперь выглядит это покрывало. Мне кажется, очень-очень-очень мне нравится. Ну, тоже надоело, приелось. Единственное, что его, конечно, нужно отгладить мне хорошенечко. А так оно такое прям мягкое, очень приятное. Ну, такое гладенькое. Очень классно. Мне очень нравится. Сейчас буду тут разбирать. И видите, оно по длине очень хорошо закрывает. Там все закрывает. Очень. На мой взгляд, очень классно. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Мы заказываем с мамой очень сильно довольны. Конечно, текстиль для дома, особенно по хорошим ценам, всегда очень приятно менять. Мы с мамой любим такие покупки. Не забывайте, что все ссылки, как всегда, я вам оставляю внизу в инфобоксе, так что переходите, смотрите. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, нам это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!